Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите новое видео, в котором я расскажу вам о ценностях. Понятие ценности очень тесно сопряжено с понятием планирования приоритетов. И когда вы планируете свои дела, очень важно ориентировать их на ценности, а не на какие-то задачи, которые вам навязывают повседневные проблемы. Если вы планируете свою жизнь, вы можете двигаться эффективно. Но если вы не держите в фокусе ваши ценности, вы можете двигаться в совершенно ненужном вам направлении. Вы можете потратить несколько лет на эффективное достижение каких-то целей, например, на обогащение. Но достигнув этого, вы поймете, что вы не этого хотели в своей жизни. А чтобы понять, чего вы хотели в жизни, важно определить, каковы ваши ценности и действовать согласно вашим ценностям. Выделите час или два свободного времени, сядьте, сосредоточьтесь и напишите, что для вас важно, а что второстепенно. Ну, что второстепенно можете не писать, потому что этого будет очень много. Но важно понять, что для вас важно. Следующим шагом будет расстановка этих ценностей по приоритетам. Если для вас ценности семья, финансовая независимость и успех на профессиональном поприще, то важно понять, что для вас первостепенно. Если для вас важнее всего семья, то вы будете принимать одни решения. Если для вас важнее всего успех на работе, вы будете принимать другие решения. Если возникает ситуация, когда работодатель просит вас остаться на работе, чтобы подготовиться к завтрашнему заседанию, а вы договорились с вашей женой пойти на концерт, то именно от того, в каком порядке расставлены ваши ценности, вы или откажете вашему работодателю, потому что для вас важнее всего семья, или скажете вашей жене: «Извини, дорогая, сегодня не получится», и будете вкалывать на работе. Чувствуете, какое сильное влияние оказывает система ценностей в принятии ваших решений и в движении в вашей жизни. Поэтому выделите время, определите ваши ценности и расставьте их по приоритетам. Это поможет вам значительно повысить вашу эффективность в жизни. С вами был Антон Деркач. До новых встреч.